Полезная вещица. Что, больно, да? Охотник, сюда! Караул! Мне отсюда не слезть! Меня поймали гоблины! Они забрали мой штурмовой крюк и веревку! Пожалуйста, верните ее! Вы мое спасение! Задайте им жару! Отлично сработано! Штурмовой крюк вон там! Слава избранному! Наконец-то я спущусь с этой верхотуры. Прошу, закиньте мне сюда штурмовой крюк! Поймал! Сейчас спущусь! Спасибо, охотник. Рано или поздно гоблины достали бы меня. Мы ходим по лесу парами. Но сегодня мы угодили в лапы к злющей стае. Погиб? Ха! Он перетрухнул и дал дёру, а меня оставил одного в компании кровожадных чудовищ. Мне удалось вскарабкаться на башню, но на полпути я уронил штурмовой крюк. Это случилось еще утром. Похоже, трусливый предатель ничего не сказал другим стражникам.
не говорите. Я уступлю вам радость отчитать Пивера. Так зовут моего напарника. Сейчас ему полагается быть на сторожевой площадке на здании казарм. Я все расскажу капитану Раднеру. Эта тварь уже вечером будет в кандалах. Добрый день, охотник! Добро пожаловать в Оскорье! Говорю тебе, Стэн, я своими глазами видал. Ойли, брешешь же! Ей-ей! Мимо луны прошмыгнул. Так от... Мое почтение, рад тебя видеть. Дракона! Настоящего дракона! Ойли, во имя избранного! Не слушай его! Я видел то, что видел! Прошлой ночью глянул я из окошка, а в небе-то страхолюдина громадная! Схоронился я в шкапе, но таком страху натерпелся! Далеко-далеко над долиной! Ты уж прикончи это бесовское отродье, охотничек. Ты ж за этим тут? Говорю тебе, Стэн, я своими глазами видал. Ойли, брешешь же. Ей-ей, мимо луны прошмыгнул. Так отшли. Первый раз вижу таких гнусных, гадких извращенцев. Фанни – нормальное женское имя. Повезло. Вот еще кувшин Эля, как вы просили. Скажи, милашка, а ты кровати застилаешь? Нет-нет, я только еду-питье подаю. Тогда двигай ножками до стойки и принеси нам еще Эля. Повезло. Кошмарные искатели! В жизни не сталкивалась с таким непотребством. А вы сможете? Спасибо, спасибо, охотник. Быстрее, красотуля! Бойцы умирают от жажды. А? Чего? А ты еще кто? Это смешно! Гляньте, это же наша Эльза! Даже не знаю, с чего начать. Ты принесла мне пиво? Давай я расстегну тебе платьице! А охотник-то нарывается, парни! Искатели! Во имя избранника, что тут творится? Мы, лейтенант, мы... Вы мертвецки пьяны! Стыдоба! Расскажите о произошедшем со всеми вытекающими. Опьянение, непристойное поведение и применение грубой силы. Вы покрыли позором свой орден. Марш в казарму. Увольнительное закончено.
Сегодня же вечером отправитесь на задание. Думаю, лейтенант задал им трепку. Вы слов на ветер не бросайте. Ежели что захотите у меня купить, можете всегда рассчитывать на скидку. Мы с Эльзой вам крайне признательны. Отныне вы желанный гость в черном хряке. Никто не станет искать мешок золота в кустах у часовни. Повезло. Здравствуй, охотник, кровь молодая. Чем старый доктор может тебе помочь? А, все просто. Это защита. От коварного искусства чтения мыслей. Нет, не в этом дело. Я боюсь, что кто-то похитит драгоценнейшие рецепты моих зелий. Да, вот в чем дело. Всего доброго! Что там еще? Дай мне помечтать спокойно. Надо бы потравить крыс в тайнике. Их столько расплодилось, что я даже пароль в их честь поменял. Видишь голову гигантского вепря? Вон там, над камином. Несколько лет назад это чудовище держало в страхе всю долину. Многие охотники нашли смерть от его клыков. Но я убил его. Вот поэтому я лучший из зверолов Ревелона. А теперь ступай. Не желаю тратить время на сопляков-любителей. Повезло. Повезло.
полезная вещица. Хряки, вы почетный гость. Чего пожелаете? Надеюсь на скорую встречу.